Как скоро возвращаются назад люди, что покинули постели. Минуту или час тому назад вернулись, не похоже на хотели. Вернулись — это стук ключей в двери. Вернулись — это холод в коридоре, когда идут бесшумные шаги, и кто-то на постель ложится вскоре. Хотели, а вернулись не тогда, когда в дверях давали обещания. Для ушедших это ерунда, а для других больное ожидание. Ведь дома постоянно кто-то ждет и оставляет теплым рядом место, но вот ушедший только не идет. И когда вернется, неизвестно. Так зачем кому-то обещать вновь вернуться, уходя с постели? Можно, уходя, лишь промолчать. Вы вернетесь, если этого хотели.